Новое назначение в Магаданской городской думе. На должность заместителя председателя комиссии по вопросам этики и регламента назначена Марина Мажан. Ее кандидатуру депутатский корпус одобрил единогласно. Марина Мажан 14 лет работает помощником колымского парламентария Александра Грузденко. 3 года назад избрана депутатом Магаданской городской думы 6-го созыва от местного отделения партии «Единая Россия». Входит в состав комиссии по вопросам социальной политики, градостроительства, ЖКХ и экологии. Я осознаю ответственность, так как нередко перед комиссией ставят вопросы соблюдения норм и правил поведения муниципальных служащих, в том числе и соблюдения антикоррупционного законодательства, что сейчас очень актуально. Ну и, конечно, другие очень важные вопросы местного значения. Экс-заместитель председателя комиссии по этике и регламенту городской думы Владимир Шибанов сложил полномочия по личной инициативе.